Да не надо вообще на Да, ДДС еще на армию вешать. кого-то. Да. У нас мы часто не кидаем салют, Да. как нам Мы в надо. У нас берсерк две не сальвы все упираемся, время. смысла нет на ДД. Пусть просто 20 секунд стоят и тупят, и вот и На все. танка она здесь решит, потому что если с танка забрать другой танк не может, ну это хуёво проймать танк. Смотрите-ка, Азома. Я про орехи, да, Вась? Насядь. Попробуй, что... попробуй на рог кидать одного или второго, они чаще дохнут. Макс Потом бафа дайте. На второй фазе перекинуть куда-нибудь уже. Все равно там все вместе стоят. С козом рыба стоит. Сопрот есть? Козом. Да, только я не могу найти таланты от демонолога, короче, Т5. Козом рыбу сядь, поешь, отрыгай манну. И ищи талант. Сзади рыбка, козом. Вот, вот за печеньки. Нажмешь готовность, козом. Как будешь готов к пулу. Можно сразу РДД ближе, потому что мы бежим, потом колбаска такая оставленная. Вот тебе метка. Сколько разбойник. Дайте вот. Близнек, пожалуйста. У нас люди вообще не Зум, не забудь сопрот. Каску разбойник. Решал, БР есть. Чесноковато ключ. Жена коник, понимай. Сразу прохильте его. Стою. Алло, я беги. Следующий кто там? Приступай, пожалуйста. Монарод. Ангел скин. Ну
есть еще на полного народа? Отдал. Отдал. Забирай манал. СС надо кому? На танк какой-нибудь повесь. Мой народ. Дальше кого-то я второй так вот. Народ, стоп. На Войда? Кават, а потом может и Войда. Дальше на Войда. Дальше на алоэ. Переходи. Где? Ой. Блять, вы встали, где мне бежать надо? Вокруг. Розария сальву по Войду. Да. Ребят, не растягивайтесь, вас так тяжело хилить. Алоэ, беги. На полу в монород. Вот ты сказал. На кого монород? Все, теперь сказал. Локи скинь. Народ, танчить закончишь, подними же, наверное. Кават следующий? Да. Да. Лойд. Я сейчас доберу. Не, Войд, Войда, Войда, Войда. Сейчас Войда. На стену кидаюсь. Валоя. А, Розари есть сальва? Что-то я сухал. Тебе отдать? Да, по Войду. Отдал. Подорота? Фаза, фаза, побежали. Сука. Монород. У кого еще сальвы есть? Выход-то не умею. Все в миле. У Розария есть. Полой, давай. РВД в миле, встаньте, пожалуйста. Да что? Да, Монаро. 30. Кого-то так. Все в миле, подходите, РВД. Ты хп. Кто следующий? Калат. Войд дед. У кого свиток стамины есть, тыкните его. Я дал. Что у тебя по прожимкам? Нормально, кстати, что полтос смогу отдать. На два шота.
одно и то же. Вась, сразу. Отдал садьбу по себе, Вась. Монород надо было. Капля есть у тебя? Да. Давай на четвертый. Кайф, когда будет все столько. Это какой? Третий? Угу. Сейчас пятый будет. Да все, сейчас уже монород. Капля не помешает. Привет, а я тебе каплю, да. Зубы есть еще, команда есть. Сейчас монород должен. Все. Следующий кто? Калат. Монород стопать. Свободную сальву сразу по монород. Сейчас ему рвок там. Пульте на кого-то сейчас сильнее. Я пытаюсь. Ты пиздец. Второй раз уже. Не-не-не, не надо. Войдет так. Сейчас монород умрет. На пульте. 80 секунд. Мосса БР не монорода. А он не наберет такого. Пробуй коват забрать у него. Блять, прижим к нет никаких. У кого есть капля какая-нибудь? Пробую забрать. Давайте на меня сальву. Привет, кому говорить? Фишка убил. Зря купол даете. Я тебя два раза возьму, какой-то лад. На фулу варить. Кто следующий? А, Кват один остался. Все, Вай. Ребята, может продержится? Ты там что? Ну, ради интереса, я хуй знаю, посмотрите. Право, я знаю. Рубить. Вон алоэ уже вырывается. По команде зубы. Все на пулы на алоэ. Нет, зубы. Сейчас алоэ заберет. Подожди, пока рейд убьет. А что-то я заметил, такая хуйня там, Жунуэн падает раз 10, наверное, да, за бой? Кто-то там падает, какой что ли, мало или что, пускай 300 усилий. Пробафали второй раз, пробафали. А первый раз? Первый раз, там сферу что-то взорвали, что-то. Хуй знает, блядь. А что, под сферу дубовую не отдает, что ли? Ну что там, блядь? Не знаю. Ты что, болеешь? О, ну борос с каской. Ты что, Полина, болеешь? Нет, просто голос сел. Ладно, делаем крайний пул на сегодня и хороший. А что крайний? Давай до двух, до 22. Ну хотите, можете продолжить. Ну, я как бы уеду через минут аж 15. Я тоже отойду на пару минут. Сейчас приду. Ты сам видишь, кто-то на замену хочет, там следом еще кто-то на замену хочет. Ну заебись, мне вот эта идея не нравится, в четверг ходить в это ебаное, этого ебаного робота. 4 часа тут, блять. Мы за прошлую неделю не собрались ни разу на Соларе. Мне эта идея тоже не нравится. Ну если люди не хотят тратить Соларе, значит будем делать так.
чтобы, блядь, меньше не убили, чем мы убиваем. Все эти бестолковые рейды мы за несколько дней закроем. Это как бы вообще не проблема. Ну, не такие же бестолковые, топовые рейды. Тоже в них шмот падает, который тут нужен некоторым. Ты сам знаешь, что они проносятся очень быстро и без проблем. На замену идти там, блядь, я не знаю, что это за хуйня. Стоп, постой, посмотри, блядь. Призд важный класс в рейде, это гимн на хп, на ману. А ты взял и на замену ушел. Вот, понимаешь, я даже талант скачал, и один хрен проблема с агру. Блядь, так ты стопай. Так в смысле стопать? Я тебе говорю, повторить? Я стопаю, и один хрен потом начинаю бить, и опять агру. Бабки свои не поддерживай на бойс. Типа ну, во время подзарядки можно на момент стопнуть как раз и ничего весить, потому что на вот этой подзарядке его там очень много трита вырабатывается из-за увеличенного урона. Набрал агро, блять, возьми там по танку, помоги там, блять, пару хилок покидай, гимн заюзай, еще что-нибудь, что-то можно делать. Так я на замене сейчас, в чем проблема вам убить сейчас его? Я сижу на замене. В данный момент у нас же Нуэн упал аж из-за того, что у нас был ты, который мог в бою стамину обновить. Как бы, ну, двум хилам пристам, это вот не очень удобно. Я обновляю вага всегда в стамину в первую очередь. Потом уже по мере возможности, если РДДшник, то я еще и дух бафаю. Это вообще как бы не оговаривается. А как он сдох тогда, если на нем была и твоя стамина, и моя каска? Я не знаю, как он сдох. У силков мало вкинул, блядь. А бафни ему стамину, пожалуйста, сейчас вот точно. Что-то мало хп, давай себе ракет делай. Я точечно не бафую, я бафую на весь рейд, потому что точечно, короче, могу не доставать. А это весь рейд накрывает. Ты что, дебил, что ли? Хуй знает. Ну, зачем оскорбляешь людей вообще? А по той причине, что мы здесь проводим уже очень много времени, он умирает постоянно. У него 35к хп. Я вроде бы попросил всех делать усилков побольше в стамину. Человек умер 3 раза за пул, имея на себе все нужные бафы для выживания. Стамина, каска, лапа. У меня тоже 35. Ты умираешь? Нет. От пета есть крик на хп. Мне не нужно кричать. Просто я на тебя не кричу, я тебе просто задал вопрос. Ты умираешь, на тебя тратится 2 БР подряд, чтобы ты упала в 3-й раз. По-моему, нет. А вот с ним это произошло на этом поле. На этом поле. До этого так, сейчас не... проблема в танках планировал. Была. До этого он умер после Энжи. Это тоже было несколько пулов назад. Не, ну да, это один момент. Второй момент, то что танки умирают, потому что вовремя не меняются. Чтобы вовремя менялись, нужны сали. Пулы. О, мне каску можно? Замените жужины, и все, и делов. Сальва это такое критичное, потому что если сальву дать, потом очень сложно в агролисте подняться после сальвы. Особенно так. Он дает ДПС много, куда его менять. Да? А че, как будто ТД нет, у нас вон, блин, все готовы, если что. Либо лауру включи. Куда эти лапы? На Монорота путь. Нет, на Аллах.
готовьте убежать. Кир, встанешь? Ой, это уже там тут так поймал, да я там народ. Что вы там в одном таргете делаете? Танчик твой, это ты просто стоишь. Сейчас такова. Бежим. Нема народ. Сильно в центре надо отвести. Иди. Один сфера подходит. Кильте сильно алоэ. Блять, за... На поле тиру, монорад. Монорад сопрот. Настя, ты лучше купол отдавай, когда сферы появляются. Просто в пустоту. Команду зато. Мне тоже тебе надо. Встать можешь? Выпил скин. Сдавать БРы. Войт. Кто следующий, Кават или? Да, Кават. Алоэ ты забрал. Каску помогу. Дал. Переходите. Бэру, кого не надо, да? Настя, готовься к куклу сейчас. Готово. Давай. Я выжду, ладно. НЖБР есть? Станьте в мире, пожалуйста. Желаем, подними кирсы. Монарота на три. Тиммер, помню, да? Ага. Сфера. Не бежать. По центру сфера, по центру. Не бежи. В сторонку. Кто там бежит? Ну ты... Делорус, ты нормальный, нет? Да. Даркис? А, Даркис. Жить. Падаем. Делорус нормальный, поэтому он не пришел сюда. Ну это ГП. Угу. Давайте ГП Делоруса выйдем. Обязательно как-нибудь появится, получит ГП. Да, что-то вообще все. Чисто зайдет с водой, но где-то.
еще на тапках, понял, бежал. Даркис, ее не нужно. Оп, там. Ну, время не прошло, я так понял, да? Два стака не слетели. Оскорблять людей начинают. Зачем? Не знаю, Вака, давай в следующий раз на 200 этих усолков стамину забивать. Да дело тут не в стамине, а то... Да, ну слушай, сапред был сотку, стал 75. 25 резиста, это такой прям пиздец-то. Ну, на четверть порезали. Тут вся проблема. Вместо 4 абсорбит стал 3. Был он 180 у некоторых, стал 20. Просто рейд проседает очень сильно, весь рейд. Даже в 7 хилов. Выхилите, что тут проблема на второй фазе, то что танки... Каких 7 хилов, Серёж, у нас 6 хилов. 20 поставь хилов, блядь. Короче, проблема... резиста рейду надо 150+. 160. Да не наберешь ты его... Короче говоря, делаем рычи. Кто хочет продолжить, кто нет. Что нет. У вас... Меня тут проблема на второй фазе. Надо, чтобы танки четко менялись, потому что их шотают. Тут надо либо больше на пула, либо больше сальв. 6 человек продолжать не хотят, 2 из которых хила, соответственно, переносим на завтра. Просто есть капы резиста. Значение определенное, соответствующее графику, который предоставлен в Discord. Мне кажется, надо, сколько дает? 95. Надо Айзека. Он вроде тут. И Элрой туда же. Ребят, вырез 25 сразу же на ластах. Кто пойдет? Без трэша, без трэша, без миников вообще. Да, а сколько там народу ты собрал? Да пока не сколько, я вас сижу жду. Зуб даю, завтра убьем с первого пула. Сейчас еще придет много людей.